Ситуация в стране и на фронте, похоже, очень сильно подкосила Путина. Как пишут российские паблики, ссылаясь на источники из аппарата президента, Путин может быть серьезно болен. Россияне заметили, что и выглядит он как-то не так. Один из источников рассказал, как поговаривают, именно ситуация на фронте его подкосила, да и возраст берет свое. Президент очень расстроен происходящим на фронте. В частности, тем, что никак не удается выбить врага из Курской области. И что до сих пор не освобождена ДНР. На этом фоне у него якобы возникли проблемы с сердцем. Впрочем, ранее также звучали слухи о его болезни, но на сегодняшний день он реально плох. Это видно и по внешнему виду, и по действиям. Поэтому ждем и надеемся. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, а также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного.